Обязательно сюда приеду летом, покажу. А вас, друзья, хочу поздравить с наступающим старым Новым годом. Заключение новогодних праздников. Такой, можно сказать, не праздник, да, старый Новый год. И так, к фонтану спустилась, которого нет, конечно. Честно сказать, очень жду весны. Весна — это мое самое любимое время года, когда все цветет. Так, пойдем немножко ниже спустимся. Там ниже спускаемся. Там, значит, залив получается. Конечно, летом шикарно. Обязательно приеду летом. Вон на той стороне посмотрим, что в заливе. Там театр оперы и балета. Мы туда ходили на концерт Бутусова. Вячеслава Бутусова. Там тоже, кстати, красиво, и летом тоже можно погулять. Вот театр оперы и балета. Там можно тоже неплохо летом гулять. Друзья, что вот немножко. Если бы не погода сегодняшняя, просто как раз мы сегодня в Чебоксарах по делам, и вот решила здесь немножко как-то небольшой такой обзор. Вот у меня какое-то пятно, я смотрю, появилось от снега, или снег упал на камеру на эту. Вот. Долго не буду, потому что прохладно. Ветерок такой. Ну, что такое вот у нас президентский дом? Все, пошла. Все, направляюсь в сторону своей машины. Как? Видео карусель. Президентский бульвар. Вот и Чебоксары. Детка. Что выбрать? Вкусный кофе или поездка с комфортом? И то, и другое. Вам хватит на всем с выгодными тарифами на поездки. Привет, огромный, огромный. Когда стоишь на светофоре, чем заняться? Старику на почте пустой ангар.